Здравствуйте, я Денис Загоскин, руководитель научно-методического отдела Томского областного краеведческого музея. В моей организации я отвечаю за методическую поддержку в музейных сетях Томской области. Моя команда включает в себя практиков музейных производственных процессов, сотрудников музеев, представителей университетского сообщества, исследователей музейных производственных процессов и представителей аппарата Законодательной думы Томской области, специализирующихся в экспертизе и мониторинге права применения и регулирования в музейной сфере нашего региона. Мы хотим помочь малым музеям Томской области адаптироваться к ужесточению законодательного регулирования, для чего планируем создать методический сервис на интернет-платформе. В настоящее время мы оказываем достаточно большой объем методических услуг для этих музеев, но видим необходимость его систематизации и технологизации. На нашей связи десятки музеев в Томской области и в других регионах нашей страны. Для них мы планируем создать удобную технологию получения методических консультаций и методической помощи для оптимизации их производственных процессов и приспособления к реалиям нормативного регулирования, которое ужесточается. От агентства стратегических инициатив мы хотим получить методологическую поддержку. У нас хорошие профессиональные компетенции в музейных производственных процессах и законодательном регулировании, но мы никогда не занимались созданием и развитием интернет-сервисов услуг. Нам было бы интересно через ОСИ получить соответствующие связи и коммуникации.